Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Помазание Иисуса Христа. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона, прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира, драгоценного, и возливала ему, возлежащему, на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата, ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим?» Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сию на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.